рядом с галереей. Смотрите, какое необычное, красивое здание. Мне нравится такая архитектура. Ступеньки. Очень красиво. Дальше парк, березки. Что-то уже цветет. Такая приятная музыка. Вот это весь квартал. Это галерея Айвазовского и дом, который построил он сестре. Смотрите, люди продают. ₽300. Ну, решили отремонтировать капитально. Крышу будут делать вот в этой части. Видите? Под ноги не смотрю. Ой, такая музыка приятная играет. Так, видно будет здесь. Только окно, да? Сейчас посмотрим. А, вот здесь видно. Вот написано здесь 1848 по 1900 годы жил и работал великий русский художник Иван Константинович Айвазовский. Ну а здесь гостиницы, кафешки, рестораны. Такой солнечный, теплый день. Называется улица Галерейная. Вот это здание, которое было построено для сестры Айвазовского. Моя одна подписчица посоветовала, говорит, если будешь в Феодосии, зайди обязательно в этот магазинчик. Что-нибудь для себя купишь. Ну, первое, что меня интересует, это тарелки. Я обязательно посмотрю сейчас. Ой, какой аромат вкусный. Здравствуйте. Тарелочки надо посмотреть мне. В общем, о, есть вот тарелки. Духи, мыло, соли. Очень много открыток. Просто старинное здание. Вот какие есть. Дорогие, дорогие, цен не вижу. Вот смотрите, Крым в одной тарелке. Купила я себе эту тарелочку. Уж больно она мне понравилась. О, а вот и знаменитый музей Грина. Я в музее в этом была
несколько комнат, они оборудованы как каюты. Есть такой кораблик с алыми парусами. И все описано, как Грин писал. Алые паруса, несколько работ выставлено под стеклом. Очень много на продажу книг. Вот, а тут что? А тут все Феодосия? Нет. Феодосия. А вот о Грине, да? Что такое гринские места? А сколько стоит? Вот это что-то, брошюрочка вот эта вот. 100 рублей. На вот произведение, пожалуйста, дикорудия недотруда лыжуса. Незаконченный роман Александр Степанович. А знаменитые алые паруса есть? Да, вот в середине. Да, здесь. А, в середине вот. Это возможно. Вижу. Угу. Сколько стоит такая книжечка? 200 рублей. 200 рублей, да? Вот это здание. В одной части он жил. А это работы. Точнее, а это что-то какой-то кусочек другой был. Ну, сейчас вот, вот мне сказали, что это все здание единое. Вот это вот. Здесь проводятся какие-то мастер-классы. А вот с левой стороны музей. Получается, вот в той части самой крайней части. Сейчас туда пройдем. Музей Грина. Ну, кстати, билеты недорогие, 200 рублей. Но скидки существуют. Пожалуйста, если вы ветеран или пенсионер. 50%. Вот этот музей. Так вот, я начала говорить, и меня там мужчина сбил с книгами. Значит, вот в этой части Грин жил. Комнатки, там 7 или 8 комнаток, они такие маленькие, и все как каюты сделаны. Стоит большой такой кораблик с алыми парусами, и можно зайти это все посмотреть. Вот, а туда дальше мастерская и какая-то творческая детская. Так, ну а я гуляю по улочкам Феодосии. И хочу посмотреть еще музей денег. Ну, а рядышком отель у сестры. Еще одно необычное место, куда советуют туристам пройти. Это музей Грина. Ох, как красиво, смотрите. Какая улочка пешеходная. Скамейка поцелуев. Так, а что тут написано? Так, зайду я вот в этот магазинчик, Крымский дворик. Посмотрю, что там. Спросила, где можно купить молока или водички. А мне посоветовали пройти вот этот гастроном. Это единственный гастроном Феодосии. Можешь зайти сюда, посмотреть, какие цены.
животными запрещено. Ух ты! Я увидела ступеньку. Так, ну вот водичка. Крымский ключ. Сколько стоит? Вот такую водичку куплю себе сейчас за 17 рублей. Лимонад. 34. Вот такая вода. 38. Солнечная долина. 32. Ой, тепло как. А это дом офицеров Феодосии. Зелено, тепло. Я возвращаюсь к автобусу. И направляюсь сейчас в Бахчисарай. Мое путешествие продолжается по Крыму. Оставайтесь со мной на канале Планета Земля. А всем здоровья, здоровья, еще раз здоровья.